более-менее развеять, чтобы чуваки такие, типа, а, ну вот, то есть, ну вот так у тебя было, то есть, да, а у меня вот было, допустим, по-другому, и вот так. До сих пор могут заходить поиграть на сам ПРП чисто ради автоугона. Это также можно отследить по роликам Андрюхи Киевского, который там снимает этот автоугон уже там на протяжении... В целом, когда человек хотел зайти, вот он где-то как-то там более-менее что-то слышал, что вот есть вот эти вот ролиплей сервера там и что-то прочее. И... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. 10 лет. Целых 10 лет прошло с открытия, с запуска сам ПРП. Для таких, знаете, совсем каких-то зумерков, для каких-то таких, знаете ли, ньюфагов и всех вот этих вот прочих людей, которые совсем недавно пришли в GTA Самп, они уже, наверное, и не знают, что такое вообще сам ПРП, что стоит за этим проектом, что вообще было на протяжении всех этих 10 лет, что вообще, знаете ли, происходило со всем этим проектом, со всем этим сервером, и что вообще, как, куда, что происходило это в конце концов. Но сегодня... Это не будет какой-то, знаете ли, аналитический видеоролик, это не будет какой-то ролик с новостью, где я вам расскажу, что, мол, вот 10 лет, там вот то-то, сё-то, там как-то вот так они все это делают, как-то то у них происходит, как-то вот так все делается. Я просто, знаете, немного так поностальгирую на вот всю эту вот, знаете ли, тему. Для аудитории каких-то мобильных, а вот всех этих проектов, которые играют только на мобилке и на компьютере вообще про проекты мало что знают, то вот тут вот, знаете, как-то вот так оно все и получается. То есть тут я думаю, что особо ничего интересного для них не будет, но если они все это посмотрят, если они все это досмотрят до конца и, по крайней мере, что-то там для себя сделают, какие-то выводы и все прочее, то будет тоже неплохо. Однако вы в данный момент можете написать в комментарии под данным видеороликом, мол, а что вообще было-то? Ну вот в самом деле, а вот как у вас-то вообще началась вся вот эта вот, знаете ли, игра в GTA Самп? Какой у вас был самый первый проект в GTA Сампе? Что вы, какие эмоции, какие чувства вы вообще испытываете? И как вообще все у вас вот это вот произошло, потому что, ну, лично мне будет интересно все это почитать, более-менее, да, в зависимости от того, насколько вы элегантно, так сказать, умеете выразить свои слова на бумаге, в тексте, во всех вот этих, знаете ли, прочих вещах, я все это постараюсь почитать, а на что-то я постараюсь ответить, там, знаете, типа, да, вот у меня также, я тоже, знаете, вот играю в GTA Самп уже 255 лет, и вот вообще эту историю я рассказывал уже много-много миллиардов раз, но постоянно я забываю вот добавить то, что вообще было. То есть, так со всеми историями случается. Ты их помнишь где-то там в голове, так у себя, знаете, а более-менее основательно, более-менее нормально, но какие-то мелкие моменты ты постоянно упускаешь, когда пытаешься рассказать какую-то свою, там, знаете ли, историю вот того, как все было. Именно поэтому, когда ты рассказываешь какую-то историю, которая, типа, вот несколько раз ее пересказываешь, а бывает такое, что ты рассказываешь ее постоянно по-другому. Ну, вот так просто устроен человек. Он не может помнить все досконально, как там, что, где было. И поэтому я думаю, что для людей, которые совсем недавно подписались на этот мой канал, которые до сих пор считают, что я известен только по вот этим вот всем мобильным видосам, по вот этим, я не знаю, по Arizona Mobile, там, по Redmir KRMP, под там еще каким-то вот этим всем штукам, то нет. И сейчас я постараюсь как-то все это, знаете ли, более-менее развеять, чтобы чуваки такие, типа, а, ну вот, то есть, ну вот так у тебя было, то есть, да, а у меня вот было, допустим, по-другому, и вот так. Я, на самом деле, вот если прям, знаете, быть с вами откровенным, если прям говорить честно, то я удивлен, что какой-то проект в GTA Сампе может оставаться более-менее на плаву на протяжении 10 лет. Представляете, 10 лет, это уже мог, я не знаю, родиться и вырасти человек, ну такой, знаете, уже не то чтобы слишком осознанный, но тем не менее человек. И это проект в GTA Сампе. Вспомните проекты, которые открываются сейчас, да, которые там, я не знаю, месяц еле-еле там как-то могут все это протянуть, а потом уже все с треском закрываются, потому что не видят никакого финансирования, там к ним, знаете ли, ютуберы не идут, там у них все плохо. И, разумеется, сам ПРП в этом плане повезло, потому что многие GTA Самп ютуберы начинали сам ПРП, многие GTA Самп ютуберы знают, что такое сам ПРП и с чем вообще этот самый проект едят, что он из себя представляет, насколько он простой, насколько он сложный, насколько он там... средний для каких-то определенных слоев игроков и всего-всего прочего. И сам ПРП в этом плане, разумеется, как-то немного легче находить себе каких-либо ютуберов. Какие-то ютуберы у них, знаете, вот начали с ними сотрудничать и сотрудничают вот до сих пор. То есть начали там 2, 3, 4 года назад, как только у них вот эти вот все начались какие-то телодвижения, когда уж сам ПРП начал скатываться в какую-то непонятную бездну из всего этого. То есть, возможно, для тех, кто вообще не знает, чем знаменит сам ПРП, это один из тех проектов, немного
немногих, возможно, даже единственных проектов, который открыл у себя 15 игровых серверов и мог их вообще как-то более-менее поддерживать вот в тонусе, в силе. Но потом, разумеется, пришли другие сервера, пришла какая-то более-менее здравая конкуренция, и рыночек таки порешал. Рыночек таки смог все это, знаете ли, порешать и сказать, вот как все это должно выглядеть, а с той вот стороны, либо с той стороны. И большинство игроков ушло просто из-за какого-то наплевательского отношения администрации. Какие-то игроки просто там, знаете, получили бан, варн и пошли искать себе какой-то другой, более актуальный для них сервер, а кто-то изначально приходил на этот самый сам ПРП чисто для того, чтобы вот как-то более-менее пофаниться. И сейчас, когда ты вот даже заходишь в официальный, там, не знаю, паблик, в официальную группу сам ПРП и видишь какие-то вот их новые посты, то постоянно люди пишут практически одно и то же. Сам ПРП, где обнова? Где обнова в самом деле сам ПРП? И в данном случае я могу понять большое количество серверов, потому что и на Advanced Roleplay точно так же, и на Diamond Roleplay, я уверен, можно таких игроков найти, но сам ПРП это прям вот воплощение всего того, что есть. Обычно за обновления какие-то и вот за все прочее отвечал Вячеслав Ваньков, и он, вот насколько я помню, насколько я понимаю, он не хотел, чтобы были какие-то, знаете ли, повторяющиеся системы, то есть если что-то есть на Arizona RP, то такого вот в точности, как на Arizona RP, на сам ПРП быть просто вот не может. Даже, знаете ли, у них революционная система угона на сам ПРП, которой более нигде нету, и вот игроки до сих пор могут заходить поиграть на сам ПРП чисто ради автоугона. Это также можно отследить по роликам Андрюхи Киевского, который там снимает этот автоугон уже там на протяжении нескольких месяцев, и ролики вроде как у него собирают просмотры, причем такие, знаете ли, довольно неплохие. Но если возвращаться к началу данного видеоролика и говорить, мол, с какого проекта я начинал, как все это было, то я вспомнить все это как-то вот не смогу, какой был мой самый первый проект в GTA Самп. То ли это был, знаете ли, как-то там вперемешку Advanced Samp RP, то ли еще что-то было, потому что я вообще не понимал, в чем смысл как раз-таки вот этих вот всех проектов по типу там Samp RP, Advanced Roleplay и все-все прочее. То есть мне вот этот вот Roleplay, ну, вообще был непонятен, но я точно помню, что вот основательное такое количество времени я играл вот конкретно на Advanced Roleplay, на Advanced Roleplay Orange. И с этого проекта на самом деле много людей вот также меня там как-то более-менее узнали, как-то более-менее подписались. И вот первая аудитория как раз-таки была с этого самого проекта, с этого самого сервера и со всего-всего прочего. Но ладно, об этом как-то мы сейчас-таки не будем. Однако вот большинство ютуберов, которых вы смотрите сейчас, даже вроде как тот же самый Делорензи там или еще какие-то, я надеюсь, что вы опять же их не смотрите, но просто сюда залетели какие-то, я там не знаю, любители, фанаты вот этого вот всего детского контента, то хочу вас заверить, что Делорензи тот же самый начинал, допустим, сам ПРП, и это какой-никакой, но показатель непонятно чего, опять же, но в целом, когда человек хотел зайти, вот он где-то как-то там более-менее что-то слышал, что вот есть вот эти вот ролеплей сервера там и что-то прочее, и просто водил сам ПРП, то он попадал как раз-таки на sampp.ru. Вот на этот самый сервер, который сейчас, как бы, ну, отмечает десятилетие. И это была такая, знаете ли, неплохая реклама. Неплохая такая вот рекламка, потому что, ну, как-то человек захочет поиграть, заходит и находит как раз-таки вот этот вот самый проект, вот этот вот самый сервер. И именно так, скорее всего, там вот накапливался самый первостепенный онлайн. Также ты, допустим, я не знаю, заходишь на YouTube, также можешь там сам ПРП, там поиграть и так далее, находишь там летсплей того же самого Гранд Леона или там еще каких-то людей, лайк, кто вообще помнит Гранд Леона, потому что это, наверное, один из первых вообще GTA Samp ютуберов, хотя сейчас он, конечно же, не GTA Samp ютубер, но тем не менее ютубер, которого я начал смотреть конкретно по GTA Samp. И это, ну, как-то тоже более-менее так. И в целом, вот если сейчас говорить о том, что осталось от Samp RP, то, наверное, это все-таки та же самая атмосфера. Вот, то есть, человек, когда только заходит в GTA Samp и перетаскивает там, возможно, какой-то первый куст, садится там, я не знаю, вот в самое первое, это вот бесплатное такси на спавне или бесплатный автобус, и куда-либо едет, то вот эти ощущения, они просто, ну, непередаваемы на самом деле. То есть, вот они бывают только один раз, когда ты вот просто зашел и просто как-то там более-менее начал играть. А во всем остальном, разумеется, ты потом заходишь на другие сервера, и там типа то же самое, заходишь на другой сервер, там немного отличается, но в целом механика-то та же самая. И вот все превратилось вот в какую-то одну вот эту, знаете ли, конъюнктуру, уже сложившуюся вот во всей этой сфере. И потом ты уже ничего нового не видишь, и интерес к игре, он постепенно, но
теряется. И разумеется, сам ПРП хотелось бы поздравить с десятилетием. Я хочу вам напомнить, что геймплей от данного видеоролика был заснят на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP-шник в описании, там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал. Также в комментариях есть IP-шник, и также там есть много всяких разных вещей по типу моего телеграм-канала. Вы можете написать в комментарии, как вы начали играть, как вы себе все это видите, как вы себе все это представляете. И в целом, да, всем спасибо за просмотр, всем пока, что ли, или вроде там.